Ну что ж, и всем привет, с вами Вейджсов Син, и сегодня в рубрике «Смотр не более» у нас будет игра, которая называется Battle Ranch. Ну, собственно, как всегда, слепой смотр ничего более, до этого момента я игру не смотрел, поэтому сейчас посмотрим вместе с вами. Не могу ее подключить, отлично, просто прекрасно. Так, вот. Вот, получилось. Сейчас, секундочку. И мы его по размеру экрана. Все, замечательно. Ну что ж, давайте начинать. У меня, как всегда, игра в окне. Ну, потому что это игры менее чем за 50 рублей. Ну, а вы, собственно, не забывайте, если вам понравилась данная игра, то ставьте лайки по данному видео и подписываемся на канал. Это очень помогает. Это у нас игра «Свиньи против растений». Ну, то бишь, Plants vs. Zombie, а здесь у нас Pigs vs. Plants. Не знаю, с какой стороны... Какая сторона из них наша и... Это вообще вот сейчас к чему? Окей. Я-то ready. Go. Окей. И что мне предлагаете делать? Сид посадить? Хорошо. Ясно. Понятно. Фруктовое семечко. Непонятно, правда, что с этого имею. Понятно, очки я с этого имею. Ладно, хоть сами собираются. Но вообще то, что было в начале, это была какая-то дичь, ребят. Число. Или мне все-таки надо навести. Я получил какую-то хреньку. Понятно. Ну это просто вообще, это же шик, ребят. Это же просто шик. Что? А, я победил? Я победил? Спасибо. Это был первый уровень. Нам рассказали, как садить семена. Семена, видимо, для того, чтобы получать красачки, для того, чтобы потом уже сворд был, понятно. Я-то ready. У меня очков нет, и семян тоже. Ну. Господи, мне это обучение всегда вымораживает, вы не поверите. Это всегда какая-то дичь полная. Я так понимаю, у меня немного времени осталось до того, как свиньи на меня начнут упадать. Поэтому тупо сажаем по откату. Ну, бери уже. Я надеюсь, вы просто растете, вы не сдыхаете, не загниваете, там все дела. Короче, понятно, Plants vs. Piggy. Нет, надо таким не навести на этот хрень, на эту хрень, чтобы таким можно было что-то сделать. Сами они не собираются, то есть просто провести надо. Нет? Нет? Странно. А, понятно. Поставьте, говорит, эту хрень. Ясно, ясно. Я все понял. Ну не надо прерывать меня во время игры, вот я это вообще ненавижу. Пытаешься что-то собрать, в итоге дулю тебе показывают, и все, и ты такой сидишь, ват? Почему? Почему у меня ничего не получается? Интересно, а как вот мне... В смысле ноль? Были семечки, я видел. Свинья какая-то побитая, но умирать не собирается, да? Я, говорит, жизнью побита. Но вы мой дух не сломите. Ох-ох. Йоу. Это же просто самые интересные игры. Бедолага свинья. Ладно, хоть я с лейкой могу прям так делать.
Прямо так могу делать с лейкой. Еще семечка. Я имею в виду собирать вот, которая тут вырастает иногда. Это что-то растет вообще. Перестало расти, если быть точнее. Медалют. В смысле? Зачем мне серп? Мне некому серпом обрезать ничего. А, так я ж выиграл. Господи. Понятно. Вот не было у меня травы. Не было у меня травы до этого момента. И не надо. Я понял, я понял. Спасибо, спасибо. Ладно, следующий этап. Ну, это, знаете, это, мне кажется, на коленке сделанная игра. Ну, так. Здесь дохла свинья. Клихе. Прощай, свинья. Ты была ничего так. Но пора и честь знать. А чё это за грим? Хрень. Не, пока что мне не... Да, хитить твою, колотить за ногу. Наверное, это то же самое, просто чуть больше очков дает. Да что ж такое-то, а? Чуть больше очков должно давать. Нет, 25. Чёрт! Это обман! Ой, зачем это? А, так за это деньги дают? Ух ты, чёрт такой! Ух ты, какой вращенец! Нормально. За то, что я траву скосил, мне деньги дают. Всегда так. Желательно в реале. Но соспевай, фруктик. Фруктик, соспевай. Какой ты фруктик? Господи, ты не фруктик ни разу. Главное, мне дали возможность садить. Черт побери. Мне дали возможность садить. Ну, да, в клетку садить. Свиней. Но клетку больше не дали. Типа тебе одной хватит. Облезешь. Сыщ ты, облезешь нах. Так, ладно. Странно, что это не несет под собой никакой разницы. Я имею в виду, зеленый ли у меня, желтый ли у меня фрукт. Странно это все. Странно. Так. Ой-ой-ой, что-то я задумался маленько. Думаю, что-то как-то не стреляют совсем. Естественно, не стреляют, тут некому стрелять, кроме меня. Бедный свинь. Как мне жалко. О-о-о, да это же мега-свинь. Надо его, наверное, вообще три поставить на его пути. Опа-на-на! Не ожидал? Собака страшная, я тоже не ожидал. А, вот из кого клетка дропается, понятненько. Ну, в принципе, все тут уже, можно сказать, миссия выиграна. Дальше уже я просто укреплять могу и все, то есть ставить дополнительные вот эти вот. Не знаю, что это вообще такое? А, звездный фрукт. Випом. Название просто дичь. Я получил зеленку. Что же делаешь ты, зеленка? Раз яйца на 10 частей. Можно мне быстрее уже очки насчитать? Я уже готов. Давайте последний уровень и смотр данной игры будем тоже завершать. В принципе, понятно. Кто любит Plants vs. Zombies, тот может поиграть. Я думаю, так, сойдет, сойдет. Чего бы нет. Ready, steady, go! Гох нах! Давай, 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 давай! Прости. Я, честно говоря, я не очень фанат этой серии вообще. Plants
versus зомби, поэтому мне как-то она, знаете, как-то мимо прошла. Народ в нее заигрывался, это я точно могу сказать. Причем играли они достаточно серьезно в эту игру. Но не я. Говорю, мне она как-то не пошла. Все, что ли? Печальный звоночечек. Блин, вот с этим, конечно, Поливайкиным, это, конечно, еще то счастье. Еще надо не забывать, что ты полил, не полил. Прям на огороде, блин. Только там ты хотя бы запоминаешь, полил ты или не полил. Да, ребят, то, что с краю вы видите там какие-то обрубки, это не удивляйтесь, просто игра какая-то очень странное разрешение имеет, и из-за этого у меня она во весь экран как-то немножечко кривовато входит. Ну, не знаю, что есть, то есть, как бы, хрен бы с ним, ничего страшного. Я думаю, ничего страшного, я думаю, вы на эти полосы, наверное, обратили внимание, после того, как я про них сказал. Ну, молодец. Молодец. Все, у меня 200 запаса есть, если что. Могу поставить гренаден. Если вдруг пригодится. Ты че такой резкий-то? Че так пошел-то быстро? Я не понял. Че так вальяжной походочкой? Ощущение, что весь мир ему принадлежит, а? Видели черта, а? А вон он идет. Со свинячим рылом. Я ж хоть поставил там это? Это я уже после того, как начал садить, решил проверить. У меня вообще там плевак стоит. Я все же считаю, что эти штуки должны приносить чуть побольше, чем 25, допустим, хотя бы 30. То есть, да, ни в голове, ни в жопе эта разница, но тем не менее. Иначе зачем разнообразие это? Ну, естественно, где я не поставил, там у нас пойдут всякие твари, да? Как без этого-то? Без этого-то никак ведь. Ну, потихоньку сейчас будем ставить везде. В первую очередь там, где пойдет какой-нибудь более матерый хрен. Ну, или где в данный момент уже идут. Вот, видите, вот здесь вот мне надо поставить. Точно 2, лучше 3. Ты не пройдешь. Галочка какая-то, не знаю, что за галочка. Что-то она мне дала, видимо. Дала что-то, что непонятно. А чем мне этот? О, давайте вот этого хрена поставим. А то он, наверное, стрелять будет издали. Что-то ему вообще насрать, я смотрю. А что такой дикий-то, а? Ты что такой дикий, слышишь ты? Что такой гашеный-то? Я не понял. Чё против? Перчика хочешь, что ли, пойти? Перчик сейчас тебе даст, на. А где вот хэпэшечки? Хэпэшечек не видно. Непонятно, когда он сдохнет, чего ждать. Так, я так понимаю, у меня сейчас... Ну, понятно, последняя волна. Перчичек сейчас поставим. Там, где надо, тройная, там стоит тройная, все нормально. В принципе, в остальных местах тройная не обязательно. Я уже победил. Не знаю, почему этот еще живой. Вообще должен был умереть уже давно. Но теперь он уже не живой. Что не может не радовать. Клубок. Я, говорю, сейчас как жбенькну. Тоже взрывающийся. А, ну понятно, это просто, чтобы типа дойти не могли. Ну, в общем, логика ровно такая же, как Plants vs. Zombies. То есть... Ничего сверхъестественного, ничего выдающегося тут в этой игре не привнесено. Но если вам нравится такой тип игр, то почему бы и нет? Ну что ж, а мы, собственно, давайте на этом смотр уже будем завершать. С вами был Age of Sin, это была игра Battle Roach, и это у нас рубрика игры, которые стоят меньше, чем 50 рублей. Не забывайте, если вам понравилась данная игра, ставьте лайки, ну и, соответственно, подписывайтесь на канал, это очень помогает. На этом все, спасибо и всем пока!